Давай сейчас подождем. Да, кто к нам там идет? Вилли пришел. Вилли? Здравствуй, Вилли. Приморочка 20. Вилли из Израиля? Вилли из Израиля, а не знаком ли он с Ренатом нашим? У нас есть Ренат, да. Ренат в Израиле у нас есть. Есть такой мальчуган у нас, отдыхает на Красном море. Дорогие друзья, мы рады вас всех приветствовать сегодня в нашем замечательном музыкальном шоуруме Disgaea MT. Мы сегодня для вас будем подводить итоги розыгрыша, который мы проводили в нашем сообществе ВКонтакте. И мы разыграем одну из наших мини-гитарок на выбор, которую сможет выбрать победитель, которого мы сейчас определим. Вот два экземпляра этих мини-копий стоят сейчас у меня на столе. Это майонез восьмиструнный, подписная модель Миши Мансура и классический с кленовым грифом Fender Stratocaster. Нет, Вилли, на этой гитаре нельзя играть. На этой гитаре нельзя играть, это мини-копия, сувенир, изготовлена вручную нашими мастерами. Их у нас большое Привет, количество. Куча. Вот, кстати, можно посмотреть, здесь у нас представлено еще несколько образцов этих гитарочек. И одну из них победитель сможет забрать. Я надеюсь, вы все сделали репост записи из нашего сообщества и вступили в нашу группу. Если вы этого еще не сделали, у вас остались считанные минуты сделать это и принять участие в нашем розыгрыше. Потому что прямо сейчас я иду за наш компьютер. И мы начнем делать эту процедуру. Сколько человек нас смотрит? 9 человек. 9 человек. Что-то как-то маловатенько. Давайте-ка я поделюсь трансляцией с нашими читателями. Так, подведение итогов. Где оно? Вот оно. Вилли поделился. Вилли это поделился. Классно. Респект, Вилли. Так. Ну, кучер, может быть, кому-то нравятся именно определенные гитары. И хотелось бы поставить себе на рабочий стол, их не обязательно коллекционировать. Можно им просто украсить рабочее место, например. Можно подарить какому-нибудь другу музыканту, можно оставить себе, украсить. Да, господи, мало ли применений можно найти этим привет, Костя. Замечательным сувенирчиком. Всем привет, кто к нам присоединился. Так, сейчас, секундочку, сделаю здесь маленькие поправочки. Ну что, друзья, начнем. Начнем. Сколько человек нас смотрит в онлайне? 13 человек. 13. Какое замечательное число. Так, итак, давайте еще раз все вместе посмотрим. Вот наше сообщество ВКонтакте. Вот этот вот замечательный пост вы должны были репостнуть себе на стену и вступить в наше сообщество для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше. Сейчас мы будем определять победителя. Копируем адрес поста в специальную программулину, которая методом рандома выберет нам победителя. Загружаем список всех поделившихся с друзьями. Итак, число участников 214 человек, говорит нам прога. И мы нажимаем на кнопочку «Выбрать победителя». И нам программа предлагает Александр Калашников с черной аватаркой. Давайте зайдем на страничку к Александру и посмотрим, выполнил ли он все условия нашего розыгрыша. Ищем репост. Да, репост записи на его стене мы видим. Есть такое дело. А теперь давайте посмотрим, вступил ли Александр в наше сообщество. Копируем адрес его странички. Заходим в участников. Это мы сейчас закроем. Так. Ищем. Да, Александр вступил в наше сообщество. Но давайте посмотрим, насколько реальный человек это Александр. Александр, судя по всему, работает барменом. Живет интересной жизнью.
носит маску лошади. У Александра 48 фотографий в профиле, но в принципе, как бы вот его настоящие фото. Мы видим, что он выпускник в 2012 году был. Вот такой вот замечательный человек. Кстати, в каком городе живет Александр? Александр живет во Владивостоке. Попутешествует гитарка. Попутешествует гитарка. А по условиям нашего розыгрыша пересыл оплачивает победитель. Итак, мы можем поздравить Александра. Александру достается одна из наших мини-гитарок на выбор. Просим Александра связаться с нами в ближайшее время для того, чтобы обсудить все вопросы и нюансы с получением приза. Респект. Прошу это написать Александру. Респект, Александр. Ну, увидит. Увидит. А если не увидит, напишет. Ничего страшного. Сколько стоит гитарка? Эти мини-гитарки стоят от 3-3,5 тысяч рублей. Если вы хотите их приобрести, приобрести их также можно. Напишите мне или Алексею Минину ВКонтакт. Мы с вами пообщаемся и сможете купить ту, которая вам понравится. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь в наше сообщество, на наш Перископ канал. Всем пиз. Все говорят, что нужно обязательно написать в ЛС. Обязательно напишем в ЛС. Обязательно напишем в ЛС. Поздравляем Александра. Счастливо. Удачи, ребята.